Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях в интервью общественному радио заявил, что Ереван в силу объективных и субъективных причин не может, как прежде, развивать военно-техническое сотрудничество и наращивать оборонные связи только с Россией, а задача в тем самым своего сюзерена очередным сюрпризом. Нам нужно понять, с кем мы реально можем поддерживать военно-технические и оборонные отношения. Раньше эта проблема была простой, потому что не было такого вопроса и не было сложности в создании концепции. Раньше 95-97% наших отношений в оборонной сфере приходилось на Российскую Федерацию. Теперь этого не может быть как по объективным, так и по субъективным причинам, сказал Пашинян, сославшись на то, что, дескать, в решающий момент ОДКБ говорит, «Вы сами смотрите, решайте свои проблемы». Сразу оговоримся, что этот избитый и, судя по всему, изрядно поднадоевший Москве аргумент армянские власти вторят всякий раз, чтобы, во-первых, оправдать двойственную политику Еревана и вашим, и нашим, которая давно уже не устраивает ни Россию, ни Запад. И как следствие этого, каждый из них старается воздействовать на Армению. Во-вторых, этот же самый аргумент, за который ухватилась армянская сторона, озвучивается, чтобы дистанцироваться от своих обязательств перед ОДКБ, так, Армения до сих пор все еще не подписала итоговые документы ОДКБ, принятые на ноябрьском саммите организации в Минске, который еще в декабре прошлого года привозил в Ереван генсек организации и Мангалита Смагамбетов. И похоже, что в руководстве страны камней отнюдь не спешат решить этот вопрос в пользу военного блока, а скорее всего будут и дальше откладывать его на неопределенный срок. Вместо этого Пашинян утверждает о бездействии ОДКБ. Впрочем, как и ожидалось, Заявления армянского премьера вызвали негативную реакцию в России, причем жесткая критика в адрес Пашиняна пошла от депутатов Госдумы РФ. В частности, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с news.ru заявил, что руководство Армении идет по пути разрушения отношений с Россией и предупредил, что глава армянского правительства рискует потерять Ереван. В то же время российский парламентарий высказал недовольство тем, что Армения отвернулась от структур ОДКБ, принимает участие в учениях НАТО и даже напомнил, что предыдущий антироссийский демарш Еревана привел к событиям в Карабахе. Обращает внимание, что резкие месседжи в адрес руководства Армении озвучиваются депутатами Госдумы не в первый раз. В декабре прошлого года тот же Журавлев также критически высказывался в адрес Армении – отмечая странное поведение армянских властей в связи с тем, что мирный договор с Азербайджаном не подписан, а граница не определена. Другой депутат Госдумы Виктор Соболев, назвав подлостью антироссийскую риторику Пашиняна, отметил, что это является результатом усиливающегося давления США. Вообще заявления такого рода в последнее время достаточно часто слышны в России, причем как на уровне экспертного сообщества, так и на уровне Мид и Госдумы. В частности, еще в октябре прошлого года государственное агентство ТАСС выпустило публикацию, в которой сообщило, что премьер-министр Армении Никол Пашинян идет по пути Владимира Зеленского, а сама Армения превращается в очередную Украину. То есть Москва, с одной стороны, предупреждает Ереван о негативных последствиях антироссийской политики, но в то же время косвенно намекает, что не отказывается от своего незадачливого союзника, запутавшегося в капкане Запада. По крайней мере, именно такую смысловую нагрузку носят заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что западные страны звериной хваткой вцепились в Армению после провала их политики в Украине, а также высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, озвученные им еще в ноябре прошлого года в эфире телеканала «Россия-1» о том, что страны Запада обхаживают Армению и хотят дружить с республикой против России. Вместе с тем, очевидно, что Москва не ограничивается тем, что перекладывает ответственность в вопросе отдаления Армении от России только на Запад. Параллельно Москва предупреждает Ереван о том, что стратегическая ошибка во внешнеполитическом выборе Армении в пользу Запада сулит ей украинский сценарий. Из чего следует вывод о том, что Москва направила четкий сигнал Армении, предупредив о последствиях ее антироссийской политики. Соответственно, возможности Пашиняна и дальше усидеть на двух стульев существенно сокращаются. Аналогичного мнения придерживается и руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения, российский политический аналитик Владимир Киреев. Комментируя возможные последствия антироссийской политики Еревана, российский эксперт отметил, что Армения идет путем Украины, но более растянута по времени. Руководство Армении, проводя двойственную политику и постоянно ориентируясь на Запад, будучи при этом в составе евразийских интеграционных проектов и ОДКБ, продолжает провоцировать Россию нелепыми заявлениями и действиями антироссийского характера. Пашинян с самого начала своего управления Арменией показал, что является идейным врагом России, и этой же политики придерживается и по сегодняшний день. Думаю, Москва не намерена терпеть про западную политику армянского руководства и пока что предупреждает о том, что двойная игра Еревана может иметь непредсказуемые для него последствия. На данном этапе любые отношения России с Арменией являются токсичными, проблематичными. Москву крайне не устраивает заявление руководства Армении о том, что Россия не может быть единственным ключевым партнером Армении в оборонной и военно-технической сферах. Я не исключаю что Москва может применить санкции в отношении Армении на продажу и обслуживание оружия, если столкнется с проблемой вывода российской военной базы из Гюмри и в случае разрыва отношений с Адушеволб. Россия в то же время может задействовать экономические рычаги воздействия на Армению, заморозить финансовую помощь Еревану, если там будут и дальше придерживаться прозападного внешнеполитического курса. Армения своими действиями сегодня все больше напоминает Украину и это не самый лучший для нее вариант, чтобы сохранить остатки своей государственности в перспективе. Полагаю, руководство Армении в пору сделать разумный выбор и отказаться от двойственной политики, которая рано или поздно может обернуться для нее катастрофой, наподобие украинской, резюмировал Киреев.